Как? Проснулись? Да. Мы бодры, веселы, готовы к очередной гребле. Отлично. Сегодня утро третьего дня. Мы продолжаем наш сплав. Вчера и позавчера вечером прошли около 50 километров и дошли до устья Сарышты. Или Сарышты, не помню, как правильно ударение ставится. И решили здесь заночевать. Уровень воды сильно упал, грести становится тяжелее, течение слабеет. Поэтому сегодня нам предстоит трудный день. Будем грести. Ну и сейчас будем проходить основное препятствие на этой реке. Это Шевера Сарышта. Заваривайте чаек покрепче и смотрите за нашим прохождением. Идет полным ходом. Да. Раз, два, взяли. Вот он. Раз, два, взяли. Ну все, догоняйте. Отходим. Надеюсь, не потонем. Ну все, погнали проходить Шеверу. Нерешительным не улыбается удача. Все, пожелайте нам ее. Глубоко, кстати. Раз. Раз. Что там дальше еще, да? Ага. Раз. Раз. А это вот это есть Шевера или еще будет? Да, это и есть Шевера. Но сейчас воды мало, она не сильно бурлит. Когда большой поток, здесь это валы-то такие приличные. Больше, да. Ага. Там дальше ну, тоже что-то булькает. Да, она несколько километров. А, да? Ну, то есть вот, вот так вот. Че? Ручки-то тренировать надо. На тренировку запишись. Давайте, плавание давайте, надо. Гребите. А карате. Ух ты! Вот это да! Вот это нас повернуло. Ну, нас прям на камень тащит. Блин. Гребем, блин. Гребем. Блин. Проскочили сверху. Ну вот как ни старались от него уйти, по нему и проехали. В итоге, но. Давай, греби, 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 греби! Налегай на весло! Удерживаем курс! Сразу! Изо всех сил! Раз! Греби! Сильней! Раз! Тут боком не встать! Раз! 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 Подтабаним, подтабаним чуть-чуть! Вот так и надо обходить препятствия! Артемка! До обеда еще далеко. Веслом будем работать отсюда и до заката. Представляю, когда воды много, что тут булькает. Когда воды много, просто брызгает. Ну и надо тоже курс держать, чтобы не сносило на прижимах. Ну, вот там что-то впереди вообще. Так, нас не тёрнул вал. Гребём, 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 гребём. Гребём.
Хорош, хорош, хорош. Ох, камень. Там кусты уже вон растут. Сейчас в кусты попадем. Камни видно. Мелко? Блин, что-то сядем. Ну так, кому там левее понадобилось? Тихо. Наш, кстати, что-то не видно. Это под толпу взяли, а вы за пьем, здорово. Ай! Прыгай на тот борт. Греби, Артём. Греби. Толкайся об дно. Толкайтесь. Табань, табань, табань. Табань. Все, держим сейчас. Все, гребите, гребите. Гребите, гребите, гребите вперед. Оттабаньте маленько. Гребем, гребем, гребем. Греби, Артем, греби. Потихонечку. Красавчик. Фу. Так вот не пойдешь с нами на сплав, так и не будешь знать, что такое грести веслом. Это было круто. Ой, блин, царапаемся. Расслабляться рано. Вон сколько дров тут. Стоят, сохнут, никто не пилит. Хорошая сушинка. Это лиственная, по-моему, осина какая-то. Может быть. Вот она горит-то синим пламенем. У нас и видео будет. Греби, табань, греби, табань. Ну и что? Давайте между этими двумя бурунами пройдем. Там, похоже, камни. Да, вот да, да. Держим. Так. Подгребаем, подгребаем, подгребаем. Стоп, хорош, хорош, хорош. Да стоп, мы сейчас... Да зашибися! Мы не выехали. Нет. Рядом прошли. Слушай, главное, капитана, и все будет хорошо. Точно. Слушайте, сегодня теплее. Надо же. Активнее, активнее, активнее гребем, активнее гребем. Активнее. Да блин, ну сейчас боком. Ой-ё. Ой! Вот это шатнуло. Ну борт поднялась. Нет, шатнуло так. Поднял. Такое чувство, как с горы. Вот я тебе и говорю, у меня вчера такое же было. Да? Да. Как будто гора такая приличная. Да, да, как будто уклон, и ты едешь с горы. Да. Ну да, может быть. Может тут и есть уклон небольшой. Ну что, весело было? С прохождением? Ну вроде что, как. Пошли уже? А что там? Все? Вроде. Будем и надеяться, что закончилось. Давай договаривайся с ними. Ты греби прямо. Зачем? Сейчас мы им перегородим проход. Мы подвязаться же говори, хотим. Да. Ну что, кидайте чалку. Я к вам привяжусь. Нет. Встали посреди реки. На
там на месте. Не, не справимся. Это мы без ночевки будем грести. Ну что, хватайся. Короче, давай расцепляемся. А то нас сейчас бросит всех на ветке. Ну так а что, отгребайте, и мы тоже. Да, баня, Артём. Давай, 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 давай. Блин, ветер. Похоже, что еще не все. Подгребай, подгребай, подгребай. Они только начинают весла макать, и все, они просто уходят. Держимся. Просто развернуть лодку. Табаним, табаним, табаним. 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 Все, гребите. Будем разворачивать. Вот так вот надо. Силу течения Раз. Все бесполезно. Нас тянет вот на то дерево. Гребем, гребем, гребем активнее. Ой, твою мать. Блин. Табань, табань, табань. Табань активнее. Гребет левый борт, гребет, гребет левый борт. Блин. Давай, давай. Ну, Рома. Гребет, гребет, гребет. Аня, камера. Я вижу. Поймала? Да. Да все, отошли, 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 нормально. Раз. Раз. Ай, камеру задержи, блин. Да держу. Поставим. Все, табань, 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 табань. Поняла, из ее рассказа это было самое засадное место. Ага. Вот. Ну, по сути, да. Ну. И у них воды было больше, и их там, видимо, впечатало, да, так нормально. Много, там охереешь. Но. Это мелкота какая. Но. Потом спросим, как челябинцы тут прочапали. Короче, да, там надо было сразу тихонечко заходить в среднюю часть, а то мы развернули. А-а-а. Правую-то протоку. Ну да.
Ну вот видишь, как там деревьями завалено и непонятно, блин. Давай привяжемся к корме, чтобы у нас одно судно получилось. И мы будем грести, и вы. Ты что там уже, накатил что ли? Орешь громко. Плывем, а тут баня, пиво, 500 метров, а вот и баня с пивом. Давайте искать место на берегу. Ага, теперь главное нам как-то зачалиться. Оп! Ну что, кто выскакивает? Кусты! Или вы как хотите? Блин, я не успела схватиться. Ну, пошли дальше. Да. Заранее надо пошли. Не успели. Зачалились на обед. Давайте, давайте. Артём, лови этих веревку. Чалку лови. Ловите чалку. Чалку кинь, чалку кинь. Олега там не утащить. Лера, держись. Скажи, что это вам ничего не хватало? Знаете песню, да? «Розовый фламинго». А есть песня типа «Розовая свинка в Арабских Эмиратах очень благодарна законам шариата». А ну да. Обед второго дня. Во время обеда мы обсудили возможность сцепить наше плавсредство для большей скорости передвижения, так как наша лодка сильно отставала от катамарана. Прикрепляемся. Да. А после пещеры мы по левому берегу высоких скал видели. Мы еще не дошли, по-видимому. В смысле? А вот та стена огромная, это не высокие, что ли? По левому. По-моему, все по правому. Подождите. По правому, вроде по левому. Как это? По левому? Нет, там далеко совсем было. Да где далеко-то? Вот стена прямо вдоль-то плыли.
Что-то в это. Не отразилось у меня. Да. Какие еще? Километров 30 сегодня надо. А сколько мы сегодня прошли? Так, сегодня мы прошли. А прошли мы всего 18 километров от старта у реки Сарышта. Закончив обед, мы стали сцеплять наше судно. У нас теперь не байдарка, у вас теперь баржа. Я говорю баржа. Это нормально. 6 гребцов, это нормально. Все, давайте гребем. Давай подтолкнем их под жопу, пинка. Давай. Пинка дадим, чтобы гребли вперед. А то болтают там.